На одной земле почти полвека, рассказывает о себе жительница дома 1 по проспекту Ленина Татьяна Каскальян. И вспоминает, как в далеком 76-м году на бульваре Осипенко не было даже деревьев. Сегодня территория частично благоустроена. Выложена плитка, огорожены газоны, отремонтированы лестницы. Не хватает лишь некоторых деталей, отмечают жильцы. Хочу, чтобы были здесь цветы, лавочки. Ну, конечно, хочется, чтобы было, ну, красиво. В этом году бульвар Осипенко вошел в топ-19 общественных пространств, за которые жители города будут голосовать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Территории с максимальным количеством голосов благоустроят по последним стандартам качества. На этом участке города от улицы Мичурина до проспекта Ленина будут сделаны велодорожки, оборудованы пешеходные зоны, добавлены малые архитектурные формы. Также будет проведено озеленение, установлены клумбы и дополнительные объекты благоустройства для того, чтобы эта территория была уже полностью завершенной, комфортной. И дом легендарный, и место такое очень популярное в городе. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы оно преображалось. Отдать свой голос за благоустройство бульвара Осипенко может любой житель города. Голосование начнется 26 апреля и завершится 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру.